Как и многие мальчишки, Максим мечтал стать огнеборцем. В итоге окончил институт противопожарной службы в Екатеринбурге. И уже позади 12 лет работы, тревожные сигналы, выезды на пожары. Если вести учет, то это на пальцах не пересчесть и где-то не считаешь. Максим Жингуров – капитан внутренней службы. Он командир караула пожарно-спасательной части. Двойная ответственность за своих подчиненных и за тех, кого приходится спасать. Говорит, благодарность пожарные слышат не так уж часто, ведь это их служба. Разные случаи. Кто-то ругает, кто-то благодарит. Но были такие случаи, даже на Тамарис Торезе, когда детей спасали с третьего этажа по автолестнице. Вот. То есть мама подбежала к водителю, который помогал спасать, там работали люди. Очень большое спасибо высказал при спасении детей. Всего из пятиэтажки пришлось эвакуировать почти 30 человек. В этой службе нет случайных людей. И Максим Жингуров тому пример. Присущие такие качества, как и всем сотрудникам государственной противопожарной службы, как мужество, отвага и честь. Арина Макарова, Виталий Немов. Наше время.